это наш зал реабилитации РПК. За историю центра, за 5 лет мы подняли, пролечили 3000 пациентов, уже больше 3000. Как раз в этом заезду есть два человека, кто встал. Один мальчик у нас лежал, он только мог подниматься на 30 градусов. Сейчас он уже ходит. Да. Второй из коляски тоже встал, хотя ему сказали, в общем-то, вообще. Можно к вам? Можно, здравствуйте. Очень приятно. Как в целом в центре? Нет, хорошо, хорошо. Тяжелое состояние было. Многие не работали, заносили. Уже было. Может, дело есть, прогресс пошел. Сдаваться не будем. Правильно. Мы не те люди. Нам побеждаем. Болезнь тоже. Это точка У, которую сбили над городом. Это Вторая мировая война. Родственники сотрудников. Это наша война. Они поступали с друг нашего центра. Ну и наши сослуживцы служили в одном батальоне. Парни, как все целы? Хорошо. Покушали, поспали, процедуры. Сейчас начнется тепло, рыбалка. Сейчас у них будет другая нагрузка, учеба. Ребят, выздоравливайте. Внедряем то, что говорил, советскую медицину. Слава Богу, у нас есть. Спасибо Дарье Витальевне. Снимает воспаление в суставах, обезболивает, повышает вот именно разработка, когда повреждение в суставах. Комплекс водолечения. Здесь душ Виши. На пораженные участки тела направляются стойки. Сочетание иглоукалывания, массажа шеи отцу. Это ФИС-2. Здесь высокочастотное оборудование. Здесь же тубус кварц. Кто-то засоплевил сразу, прокварцевали. Малыш. Осторожно, не падай. Нормально. Вот тоже пациента привезли на коляске. И за 22 дня он у нас стал на костыли. Таких больших мы еще не поднимали, конечно. Мне вообще говорили, что с твоим весом вообще не что. Здесь действительно восстанавливают людей. Тяжело, медицина, конечно, на высшем уровне, персонал, согласен полностью.